Добрый день, дорогие друзья, меня зовут Анатолий, и вместе с вами сегодня я хотел бы коснуться такой темы, как бедность. Но не в абстрактном смысле этого слова, бедность в целом, а бедность Германии. И бедность разнится на разных континентах. Латинская Америка, Азия, Африка, Европа имеют разные уровни понятия и содержания бедности. То, какие бедные люди, скажем, в Германии, об этом уровне бедности могут мечтать жители Африки, Латинской Америки и достаточно большая группа, скажем, россиян, украинцев или белорусов. И официальная статистика говорит в Германии о том, что бедность бьет рекорды. Сегодня в Германии проживает 13 миллионов людей за чертой бедности. Это 16% от общего числа населения страны. Я напомню, что население страны 82,5 миллиона жителей. И бедность немецкая оценивается в конкретных цифрах следующим образом. Если взрослый человек в месяц получает менее 979 евро, то он живет за чертой бедности. Дети – это примерно 400 евро в месяц. Если для одного ребенка не приходится такой суммы, то этот ребенок живет за чертой бедности. И в целом дети из этих 13 миллионов составляют 15,7%. Одинокие – 35%. И безработные примерно 69,5% бедных людей. Быть бедным тяжело, независимо от того, Африка это, Латинская Америка, Азия или Германия. И поэтому каждый шестой житель Германии, живущий за чертой бедности, это испытывает. Семья из четырех человек, которая не зарабатывает более 11,5 тысяч евро, в Германии считается также бедной. Бедность Германии. Порассуждайте на эту тему, я желаю вам Божьей милости и благодати. До свидания.